Окей, с вами Шумки, и мы продолжаем пройдите робота с вами Ahead in Time. Как вы помните, мы пришли на студию, птичью студию. И сейчас мы будем проникать вон в ту решетку. Так, сразу давайте наверх. Ой, я левитировать начал. Незаконное проникновение, минус 7000. Штраф. Хороший штраф. 7000. Монатия звезда. Что за просадки? А, то есть тут радиус с ограничением, да? Подожди. Можно перезапустить? Ладно. Let's make this year's blockbuster. Penguins, get ready! Action! Let's make this movie happen! Owls, in position! Action! Which scene are we on? 43? Подожди, это ж открытый мир, да, сейчас идет? Она, знаете, вот так типа палец держит? То, что она как Джеймс Бонд, агент, который никого не должен заметить. Мы типа проникаем. А вот и разломчик. Сразу будем, если есть разломчик, сразу разлом. Временной разлом. Студия Dead Birds. Скажу вам сразу, игра будет долго проходиться из-за того, что я уже до хера модов понаходил, которые буду обозревать. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что вы потом не удивлялись. Ну, идем сюда. О, это нужно с картинки собирать. Wait, what?
Вот. I'm watching to you. Ой, нифига, это обманка. Я думал, там что-то есть. А, вот там уже точно что-то есть. Так, короны для входа нужно собирать. Хорош. Хорош. Одно хп осталось. Ну, мне, наверное, будет легче так. Да уж. А, ну, с самого начала просто. Говорится, пошло-поехало. Пошло-поехало, поскакало. Ладно. Стоп! А! Так, ладно, затем я не побегу. Так, а сердце я уже забрал, да? Ладно. Короче, это листочек был прицеплен. Корджи квест. Короче, нихуя не понял. Ну, было прикольно. Там все скрытно, незаметно. А, серьезно? Ну, типа... Стопаем. Все, зашибись.
Короче, ладно. Довольно сложно на самом деле моменты. Так, окей. А, мне как-то туда ж надо. Нихерово. Мне кажется, лучше стоит еще собрать что-то. Я просто в душе не понимаю, как мне забраться туда наверх. Ну вот дальше, окей, сюда пускай, потом сюда. Все, вопрос исчерпан. Так, окей, осталось еще два листочка где-то. Надеюсь, я их найду. Поверьте, когда будем мы играть с вами, там тоже будут челленджи. Где моды? Ну что, типа это сложно? Так, еще один. Блин, а... Ну, а, хоть не с самого начала. Агенты, мы с вами сраные агенты. Ну, возможно ли до туда допрыгнуть? Да, возможно.
Если наловчиться, так сказать, то можно многое как пройти. Спасибо. Stealth actions. Не падай! Ух, чуть не упал. Так, все. Я все-таки просрался, да, где-то? С этим... Хотя, может быть, где-то и здесь спрятано, кто знает. Но я облажался все-таки с одним. Где-то одну я потерял. Ладно, сейчас буду заново разлом проходить. Заново проходить разлом. Гуга. А я вот специально не буду смотреть. Подожди, я же не смогу, да, снова разлом? Так, текстура. Мне не всралась. Текстура какая-то, мне не всралась. Окей. GG, только не говорите, что вы меня сейчас на корабль отправите. Я ведь сдохну, если это так. Окей, окей, что... Вот честно, что... Оно постоянно не появлялось? Я активирую, так уж и быть. Все. Питание было восстановлено в локации спальня. Глава лес подсознания теперь доступна. Все. О, стопы. Манай тут писем. Погоди-ка, это ты, маленькая инопланетянка, ты вернулась? Я могу стать на корабле, да? Я могу смотреть на чужую почту, да? Понять, как думать пришельцы, и прошу тебя. Здесь так много писем из далеких мест. Когда мафия читает почту, у мафии чувствует, что она находится в этих местах. Вот, давай читай письма вместе с мафией. Вместе мы можем притворить, что находимся далеко-далеко. У вас не установлены моды. Найдите себе парочку с мастерской. У меня моды есть, но они устанавливаются немножко по-иначе. А, теперь буду в шляпках путаться. Короче, ждите, пока я снова в разлом зайду. Хотя, может, меня сразу впустят. Да, пускает. Короче, я собираю. А вы ждете. Чтобы вы понимали, последний был, оказывается, здесь. Все-таки он был здесь.
я в шоке. Сейчас как раз посмотрим их историю. Короче, два дома. Тот живет что-то в фантастике, тот любил вестерны. Они все смотрели одно телешоу, как кто-то выиграл первое место. И они, у них появилась одна мечта — заполучить данную награду. После чего они пошли на студию через год спустя. Но они поняли, что и у того есть ключ для двери. После чего они начали ругаться, что им будет мало места для двоих. На что вся студия разделилась на две части. Вот так вот. Вот так вот, ребятки. Так, короче, я не уверен, но мы сейчас с вами побежим на первую сюда. Идем в мафию, потому что нам нужно забрать то, что мы еще не забрали. Хотя, я выхожу, подождите. Не, не выхожу, потому что гонка с мафией, она... Да. Вообще посрать. А, в натуре вот так вот даже. Нифига себе. А, нихера. У нас много с вами неизученного всего. У нас с вами много чего неизученного. Мне вот здесь нужно как-то зацепляться. Поэтому да. Поэтому да. Так, короче, я вернулся на то место, где мы с вами тогда закончили. Почему оно лагает? Во-первых, как мне туда бы попасть так? Наверх. Вообще, возможно ли это? Возможно. Только мне потом опять, когда будут разломы, придется ходить, собирать их. Да. Я попался, проверяй. Вопрос, а куда лучше в натуре? Куда мне вообще нужно идти? Плевать на эти штрафы, главное, что не убивают. Но мне по-любому понятное дело, что туда надо. Сундучок. О, крутая коровка. Странно, вот он меня заметил, но меня не штрафанули.
смысле он... Он так повернулся, в смысле? Ага. А, уничтожение имущества, понимаю. Акшн! Кирки летают или топоры? Нифига, он как-то быстро приехал. Почему он, когда вращается, не все видно? Монать, это то, что он лежал. Окей. Манипуляция с электричеством, плюс еще штраф. В смысле, там стекло? Ля, я думал, там нету стекла. Куча реквизитов. Отвернись, сова. Как он меня заметил, алло! Так, зато теперь смогу открыть кейс. Меня похитят? Меня не похитят. Вот это стелс миссии. Прикольный. Так, все забрал, что нужно. Великолепно! Потрясающе! Я желаю лишь этот трофей на полке своей гостиной. Разумеется, это большой трофей, просто пластиковая копия. Подлинный трофей совсем крошечный. Голубушки-воробушки, что я вижу? Это истинно внутренняя красота. Невинная душа с золотым сердцем. Со штрафом 13
316 тысяч. А, нет, показалось. Это просто маленькая девочка. Привет. Эй, подожди. Так ты не пингвин? Отлично. Я не против потусоваться с кем-то помимо пингвинов. Так как все мои пингвины, по правде говоря, ужасные актеры. Расклад такой, мне нужна твоя помощь. У меня ужасная череда поражений, и я просто обязан выиграть следующую ежегодную птичью кинопремьеру. В этом нет никаких сомнений. Ты обязана быть моей звездой. Слушай, давай я все с этим улажу. Нам нужно выдать тебе птичий паспорт, дорогуша. Встань прямо перед камерой. Самая важная часть паспорта — фото, дорогуша. Ты должна выглядеть эффектно и потрясающе. Встань прямо перед камерой. Сейчас мы тебя сфотографируем. Отлично, прошу, улыбнись и стой спокойно. Не дергайся. Сейчас узнаем, что у нас тут получилось. Что? Дорогуша, ты не очень фотогенична, а? Придется подправить этот сверток снимок старой доброй фоторедакции. На возьми эти маркеры и обрати себе в самую стильную модную юную леди. О, короче, ждите. Все, короче, я сделал своего парня. Да. Превосходно. Давай наклеим эту фотографию на твой паспорт. Вот, держи. Паспорт Федерального Союза Птиц. Теперь я легально считаюсь одной из пернатых. Ведь так? Замечательно, дорогуша. Просто замечательно. Встретимся завтра на съемочной площадке, и мы сделаем из тебя звезду. Эй, ты что это тут делаешь? Нельзя так просто ходить и играть с ежегодной премией птичьих фильмов. Это жульничество. Жульничество. Эй. Все, у нас тут жулик. Где мои совы охранники? Почему эти совы такие чертовски бесполезные? Ладно, послушай, милый. У тебя больше проблем, если ты помогаешь несчастному диджею Грузию сфальсифицировать премию, и не хочешь быть отведанной мной в тюрьме, то ты должна помочь мне сравнять счет. Именно так, ты должна стать звездой моих фильмов тоже. Вот, держи наш новенький реквизит. Попрати вкусы в его показе и принеси его завтра на съемочную площадку. Понял? Не опаздывай. Так, все, пойдем, мы отправляемся на корабль. Это кто? Итак, мы встретились вновь. Мой заклятый враг. Что? Ты не помнишь меня? Как грубо. Это я, босс мафии. Помнишь? Ты взорвала меня в нашей маленькой оплошности, а твоя юная подруга собрала мои останки в эту банку. Я без тела, я должен быть в ярости, но все в порядке. Прошлое в прошлом. Я приму твой корсар в качестве извинения. Ты не передашь его? Такие нервы для такого маленького ребенка. Были бы у меня в руках, я был бы дал тебе подсчетчину. Тогда я просто куплю новое тело, должен быть... Бедняга готова продать свое тело за деньги.
Выгляжу я, конечно, не очень, но... Я много путешествовал, я знаю местоположение всех секретов на этой планете. Купи мою карту, и я покажу, где ты сможешь найти реликвии, которые сделают тебя богатой. Нет. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом с вами закончу, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.